Антоновка, Боровинка, сотни тонн душистых яблок, только успевай собирать. И, наверное, не было бы такого богатого урожая в садах совхозов Суздальского района, если бы не ТМАУ. Земля может дать очень много, нужно только накормить ее вдоволь. Опыт за опытом. В поле, в лаборатории. Наилучшую подкормку с углинистым почвам Владимирщины ищет Александра Ивановна Цветкова, научный сотрудник Всесоюзного института торфяной промышленности. И теперь она может точно сказать, сколько ТМАУ нужно земле, чтобы так замечательно плодоносили сады. ТМАУ – это торфоминерально-аммиачные удобрения. Приготавливают их тут же в совхозе. На каждый вид растений свой компост, в зависимости от биологических особенностей. Составить удобрение – дело несложное. Да и дешевые они, стоимость каждой тонны – немногим больше рубля. Зато урожай, сами видите –